В России запущен новый сайт, который должен помочь решить одну из вечных русских проблем с дорогами. Это часть масштабного проекта Общероссийского народного фронта. Теперь любой желающий может зайти на портал дороги.онф.ру и оставить жалобу на плачевное состояние трассы. Участок с дефектом необходимо отметить на карте. Для наглядности можно добавить фотографию. К концу года будут составлены списки дорог, которые нужно ремонтировать срочно. Их направят в местные администрации. Мы создали ресурс. Интернет-сайт, на котором люди будут отмечать убитые дороги в своем городе, в селе, в регионе. И за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть такое всенародное голосование, всенародный рейтинг за выявление самых плохих дорог, которые требуют ремонта. Мы очень часто видим по регионам, что дороги ремонтируются не там, где это хотели бы видеть граждане. На новом портале также будут размещать информацию о ремонте трасс, которые начали по заявлениям жителей. Пока о состоянии дорог можно сообщить только через сайт. Специальное мобильное приложение будет запущено весной.